Значит, вести с полей Севастополь сегодня какое? 18 или же 19 июля. И резкое похолодание. Очень холодные, прям такие осенние ветра дуют. Я вот не знаю, сходить сегодня на море или нет. Я уже несколько дней не была. Но сегодня идти очень рискованно, потому что если такой ветер, значит шторм, значит прохладная вода. В общем, как всегда, как я не иду на море, так там или шторм, или холодно, или что-нибудь еще. Короче, лето опять какое-то очень странное. Сейчас, по идее, должна быть начинаться пиковая жара за лето. Это июль, август. Конец июля, августа. По факту холода. То есть точно так же, как предыдущее лето было очень странное. Так и сейчас. В принципе, на море не видно. Но, по-моему, что-то беловатое там я вижу. Сейчас я еще посмотрю в свой монокль, что там на море. Ну, в общем, лучше, наверное, не ходить туристам. А я, может быть, схожу. Я уже закаленная.